Сегодня в Кустанайской области работает 20 региональных общественных советов и один областной. За не самый продолжительный срок своей работы, говорят кустанайские общественники, ими было рассмотрено 6 десятков вопросов по самым разным темам. Несмотря на это, говорит Валерий Вишниченко, организацию работы общественного совета нельзя назвать идеальной. Думаю, меня поддержат коллеги, что необходимо иметь в стране единый, подчеркиваю, единый образец и бланка общественного совета, и удостоверения члена общественного совета, чтобы не было, как говорится, местечкового подхода. Общественные советы в Казахстане были созданы в феврале 2016 года. Сегодня специалисты выделяют 5 топ-проблемных тем, с которыми чаще всего приходится сталкиваться членам общественных советов. Это работа общественного транспорта, ЖКХ, водоснабжения и качество оказания госуслуг. Мы сейчас предлагаем, чтобы по итогам деятельности общественных советов ежегодно готовился комплексный доклад о деятельности общественных советов, который бы вносился руководству страны и где бы были сконцентрированы весь опыт, все лучшие практики деятельность общественных советов. Также отметила Галия Алимова, что сегодня все общественные советы получили настоятельные рекомендации по привлечению в работу молодежи. Кроме этого, сегодня Министерство общественного развития подготовило проект концепции закона о деятельности общественных советов, в котором предлагается сократить представительность государственных органов в этом институте, уточнить полномочия советов, а также подробно рассмотреть вопрос финансирования этих организаций. Манарбек Асколов, Андрей Деминок, РТН, Лисаковск.